Всем привет! У меня вот такой Dodge Charger. Charger это, по-моему, это Hellcat. Ну, он точно SRT, что ли? Да, SRT. Да, это Hellcat, вот. Кошка. Удар передок. Цвет у них, по-моему, внутри примерно одинаковый у всех, по-моему. То, что я замечал. Перед хорошенечко загашенный. Так, ну начнем, наверное, вот отсюда, что ли. Вот этот лонжерон. И вот этот мы будем сохранять. Здесь, аж здесь ушел. Потом переходим на этот. Вот даже где лонжерон пошел. Потом там снизу тоже есть немножко. Сейчас не хочу просто лезть туда. Теперь. Вот здесь ушло. Сыграло. Здесь. Вот. Теперь вот здесь, видите, вот этот бычок упирается в стакан. Сейчас я на доноре покажу. И вот здесь вот подкрыльник вот этот. И дальше вот это, не знаю, короче, они не хотят снимать панель. Сказал, делай как сможешь. Здесь есть складочка, вот здесь вот есть складочка. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что вот эту, если менять, вот эту, она упирается в перегородку, вот эту, где панель торпеда стоит. И, в принципе, будет опасно варить. Поэтому я думаю, что я, когда вот этот сниму, и там где-то стыкану, наверное, чтобы не делать себе проблемы. Теперь смотрим донор. В принципе, здесь бачка нету. Вот, но я сейчас, что я сделаю, я сниму сейчас капот и замерю, возьму все размеры, чтобы у меня были, ширину стаканов, потом, ну от крыши здесь нечего мерить, по-моему, мне так кажется, она вся горелая, вся поведенная, ну ширину стаканов возьму. Hi everyone, I have a Dodge Charger SRT Hellcat for any damage to fix. I think you saw just the damage. It's a big one. also what I noticed, if you look at the roof, you'll see waves here. Yep. And also the other side as well. I don't know how to show you, but yeah, there is a wave. So I'm wondering, is it really from this damage? Because the doors are perfect. I mean, the gaps between the doors. Doors are opening and closing very nice. I don't know. Interesting. But what I'm gonna do now, I'm gonna put the car on the stands and start pulling, and we'll see how it goes. Outside the dashboard would be better to be off, but they don't want to take it off, so I'm gonna work like this. So I'll try as much as I can. I'll need to replace this piece, but this piece goes to the firewall, which is not good. So I'm gonna probably, once I take this off, I'll probably cut it somewhere and we'll weld it. We'll see. Thank you.
Думал еще вот эти вот взять, да? Но смотрите, если видно, здесь ударено. Ну вот, вот здесь видно складка. Вот это, если видно, развернуто. Короче, ну вот здесь видно. Вот. Ну ладно, я думаю, здесь у меня этот телевизор. Телевизор будет держать ширину. Верхняя часть вот телевизора. Он будет держать ширину. Отбойник на лонжероны. Хотя я могу на лонжероны все-таки могу взять вот эту ширину на всякий случай, но я думаю, что нет смысла. Так, я мерил сейчас, когда натягивал. Короче, до того, как натягивал, до натяжки получается, вот где должно было попадать, оно попадает аж здесь. С крыши, если брать. То есть, вот этот стакан поднят, во-первых, вверх. Когда он поднят, он, короче, сносится. Во-первых, во-вторых, забит еще назад. Сейчас, когда натянул все, замерил. Вот буквально на кончик где-то попадало. То есть уже хорошо. И диагональ, когда кинул, диагональ чуть не совсем попадала. Вот линия здесь видна, да? То есть он просит сюда, в принципе. И если сюда он идет, то он вот эти миллиметры даст и в длину. Но я думаю, что уже в принципе, можно снимать, высверливать то, что я буду высверливать, выкидывать. Я вот здесь вот взял точки. По вот этим точкам ширина хорошая. По вот этим не совпадает где-то на миллиметров 6-7. И вот здесь вот не совпадало, не знаю, как сейчас, до того, как тянул.
То есть по ширине ширина есть практически. Я думаю, что можно уже сверлить. Я думаю, что вот этот лонжерон я все-таки тоже вот здесь вот поменяю. Мне что-то хочется его где-то вот здесь поменять все-таки. Потому что вот этот пятак очень поврежденный. И мне пришлось отрезать кусок, чтобы взяться. Я не мог никак взяться за это. Ну и он поврежденный, и там поврежденный. И с этой стороны я думаю, что лучше будет, если поменять. По-любому здесь уже грета. Короче, я думаю, что я все-таки поменяю этот лонжерон тоже. Все остальное оставлю, вот это все оставлю, только лонжерон. А тот пойдет с самого конца, в принципе. Так, я высверлил этот лонжерон со стаканом вместе. Вот здесь вот это высверлил. А у меня лонжерон, вот он, подготовленный. Но еще у меня вот этот есть лонжерон. Правый лонжерон. Я его все-таки поменяю. Потому что мне надо было либо пятак вот этот высверливать, менять. Здесь остается, ну, дорабатывать, время займет. А так я его просто обрежу здесь и с той стороны, с уступом. И все, меняю его. Потом вот это вот, если помните, вот эта вот штука. Вот она, я ее высверлил тоже, обрезал. Здесь она получается закрыта лонжероном. Лонжерон сюда наверх идет. И вот она у меня целая. Посмотрю, где я поменяю ее. И, короче, все, уже завтра, наверное, буду все вот это подготавливать. Теперь еще один момент. Я думаю, многие из вас помнят, я говорил, что будет новость скоро, в ближайшее время. Так вот, пришло время этой новости. Новость такая. Я переезжаю с этого штата. Вот это у нас сейчас февраль. Последний месяц я здесь. Сегодня у нас 21 февраля. Я до конца месяца здесь. И уезжаю с этого гаража. Я уже там, где, куда я переезжаю, я нашел уже там гараж. Но маленький, он в два раза меньше вот этого. Два раза меньше вот этого, но ничего, пока так, а там дальше буду смотреть. Переезжаю я в... Сейчас я живу в Калифорнии, штат Калифорния. Переезжаю в штат Айдахо. Разница большая, очень. Здесь демократический штат, там республиканский. Там люди более консервативные. Короче, как-то так. Так, выставил, ну не выставил даже, а поставил просто лонжерон. Пока, мне кажется, он чуть выше.
получается неплохо, даже очень неплохо. Но я сейчас его уже оставляю, займусь вот этим. Начну этот выставлять. Ну, то есть высверлю, сниму, поставлю тот кусок на саморез или прихвачу. Потом можно будет уже здесь смотреть, что дальше. Что дальше и как дальше. Тут, в принципе, вот эта дырочка полностью насквозь идет. Видно. Совпадает. И так лонжерон смотрится ровно. Может, тот низко стоит. Может, так кажется. Не знаю. Сейчас смотреть буду. Так, выставил лонжероны, отбойник поставил и обнаружил, что все-таки вот этот лонжерон со стаканом вместе, все выше. Размеры пока не совсем близко. Или совсем не близко. Вот у меня здесь размер есть, здесь размер, вот здесь размер. Ну вот этот вот эта ширина нормальная, но это в принципе она там получается... Я там не меняю, я чуть впереди меняю. То есть ширина вот эта хорошо стоит. Вот здесь ширина не совсем. Есть миллиметров 8, наверное. Плюс вот этот стакан выше. За счет этого, еще когда сверху замеряю, вот тот короче. За счет того, что он выше. Вот этот лонжерон весь выше. По лонжеронам тоже, когда меряю, тот выше, но я даже вот этот поднял, мне надо вот этот сейчас опустить немного, поставить именно на его родное место, и вот этот тогда надо будет еще больше отпускать. Ну, сейчас я пока так вот оставил, сейчас уезжаю, поеду на обед и потом начну уже выставлять его на место. Я сейчас просто поставил, померил и вижу, что надо опускать чуть ниже. Чуть ниже и стакан чуть наружу тянуть. То есть он, получается, сюда поднимает его. Ну, это еще из-за вот этих болтов, то, что я закрутил. Они тоже, надо будет их расслабить, и они здесь, он здесь пойдет. Там-то, в принципе, немного его надо, просто вниз надо опустить. Короче, как-то так. Потом уже приеду и буду заниматься. So I'm done welding, grinding, everything's ready.
gotta do the gaps, and that's all. Also, I'll show you what I have else to do. But in my opinion, looks nice. Changed this piece, if you remember. So I had to drill it out. When I took the rail with the shack tower off, I drilled this out, welded it back. Also, this is what I have to do. I have to pull this because there is a damage. So I gotta pull that, and that's all. Also, if you guys remember, like a month ago, maybe more, I told you I'm gonna have a news for you. I don't know if it's really important for you, but it's important for me. So I'm moving out to different state. Right now I'm living in California. I'm gonna move to Idaho. I already bought the house. I mean, I bought a new house, which is not ready yet. It's gonna be ready on, so today we have February, end of February. The house is gonna be ready on August or September, they said. So I already rented a shop there. I'm gonna move soon, so March I should be there already. I might stay here for a couple days beginning of March because I have a BMW to do. We'll see there. I'll do it. If I'll do it, I'll have to stay a couple days. If not, then I'll just move February 29th. I'm taking like my tools, everything I'll need, like the welder, torch. Also, in a month I'm gonna come back, get the frame machine with me. Just we'll get ready everything in the shop and then bring it. Because I tried to find a frame machine there, and it's really hard to find a good one. But here in California, we have a lot of frames here. So if I want to sell this here, I'm gonna sell it cheap, and I'll have to buy a cheap one there, but it's gonna be expensive. So I just decided it's better to get mine because I got used to it, and also it's really good frame for trucks. It's a big one, it's a strong one, it's a old one, so it's a really strong, no problems with pulling. I changed the chains, changed like everything I need, the pedal, the cylinders. Everything is ready for truck frame. So I'm just gonna take it with me. Even if it will cost me like, I think not more than $2,000 to tow it to another state, that's worth. Cause like I said, to sell it here we have a lot of frame machines, so no one will pay me a good money, and then I'll have to buy in Idaho for like more expensive. The same frame, I'll have to pay more money. So I'm gonna take it with me. So that's the news. Right now I'm gonna do the gaps, and that's pretty much it. I checked the height, diagonals, everything's good. So that's what I have to do now, and that's it. So I just finished the charger.
I don't have headlights. I don't think I need the headlights, but I mean, if they'd be here, it'd be better to measure it, but that's all I have. This is where I changed the rail. Cut here and cut here. If you see the rear wheel is leaning, the rear suspension, I think control arm or something, whatever it is there, is bended. Yeah, I think the control arm is bended. I'm not sure if you can see it. Can't focus. So yeah, that's all. Then I gotta finish this cab. This cab, I just did it. I just did the side. Then they had to put it on the frame back. So I have to change this rail, and it's supposed to be on a frame. If you can see, it's kind of a big space here. Закончил чарджера. Все зазоры нормально стоят. В принципе, вот так я поменял его. Этот лонжерон. И этот под самый корень. На этот.